Вот. Но начинается все с того, что мы, по крайней мере, должны постараться свои 16 кругов вычитывать так, чтобы уделять внимание Святому Имени и быть с Ним, да, то есть быть, устанавливать эти отношения, общаться с Господом, воспевая Его святые имена. Вот. Если с этого начнется, потом потихонечку-потихонечку это будет, ну, как-то дальше все больше и больше проникать. При этом может и увеличивать воспевание, и в целом одухотворять все свои сферы благодаря этому влиянию Святого Имени. Поэтому в одном из комментариев, по-моему, в 8-й песне Бхагаватам, если не ошибаюсь, Шрила Прабхупада пишет, что деятельность преданного становится неотличной от воспевания Святого Имени. Прямо такая фраза конкретно. Я, когда прочитал ее первый раз, я прям, меня ж так, ничего себе. Но обычно говорится, что нет ничего выше, чем воспевание Святого Имени, а тут говорится, деятельность человека становится неотличной от воспевания Святого Имени. Это вот так происходит, да? То есть, когда Святое Имя настолько заполняет сердце человека, что все его действия, слова, они как бы вот этой энергии начинают, отношения с Господом, то есть они начинают проявляться в его деятельности, в его, ну, в общем, из его сердца начинает вытекать это все и проявляться, его тело начинает вибрировать, да, и что-то делать при этом. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, да, то есть так.